Обзорчик ресторана Урумчи-хого. Новая рубрика. В ресторане мне понравилось то, что ты можешь выбрать на вкус ингредиенты и приготовить их сам. Я набрал мясо, морепродукты, овощи и другое. На столе стоял такой казан с жаровней. Сперва я поправил мясо и креветки. Такой процесс мне очень понравился. Просыпается аппетит. Затем в бульоне приготовил мидии, овощи и такие прикольные штуки. Креветки хрустящие и вкусненькие. Мидии я попробовал впервые. Морской вкус. Понравились. Дальше бараньи ребрышки. Хорошо приготовленный барашек. Сытное блюдо на несколько человек. Дальше мясо на жаровне. Мясо оказалось нежным. И подача красивая в такой посуде. Манты с рубленным мясом. Манты прям очень понравились. Сочная начинка и не пожалели мяса.